тогда сколько? Стоит 300 рублей. На наши деньги 2 стробоскопа 300. Куча одежды, которую я уже показывал, в принципе. Ну, вот отдельно я покажу защиту. Это разные виды вот черепахи. Наколенники, налокотники. Куртки. Специально для спортбайков гоночные. В том числе и женские, и мужские здесь разные. Так, далее, что еще можно посмотреть? Навигаторы. Крепление для навигаторов. Там какие-то также камера GoPro Hero 3. Здесь модель Hero 3. И показано видео с этой камеры. Ну и разного рода навигатор, навигационная система. Также характеристики. Что еще можно сказать. Защиты, защиты разного рода и тому подобное. Разные сетки, рюкзаки. Вот такого плана. Сетки разные. Тросики там для воды, всякие штуки и тому подобное. Что тут есть еще интересно? Ну, вот кофры, которые можно убрать, к примеру, шлем и еще инструменты. Также вся одежда идет, одежда, тросы и чехлы, которые я, в принципе, тоже уже показывал. Но, в принципе, я думаю, сейчас нет смысла еще раз показывать. Дальше. Что здесь? Сигнал. Сигналы и разные электропроводы. Щиты, блокировки всякие. Перчи, шлемы. Это разные шлема, вот таких вот закрытых, до вот таких вот женских. Запасные
визоры к ним. Разного рода ключи, визоры опять, визоры. Разных цветов. Очень большой выбор визоров. Так, ну конкретно здесь тоже шлема разного рода, новые модели, старые модели, скидки до 25% на каждый шлем. Так, ну тут конкретно Шоя шлема, там были еще и Рэй шлема. Так, Шоя, ну у меня вот такой вот, где он? Вот он. Вот такой вот я брал, вот этот. Ну, я его брал за 30 где-то тысяч, там большая скидка была, сейчас он чуть подорожал. За 30 тысяч йен. Здесь уже подешевле шлема, это более такие простенькие. Китайские производители, которые люди серые. Как видите, шлемов здесь достаточно большой выбор. В среднем цена за Шоя, наверное, самый дорогой, это в районе 40 тысяч йен. С учетом скидки это будет где-то вообще 1030. На наши деньги это в данный момент это 10 тысяч рублей.